Здорово, ну чё, представься? Я это Антимаг, а.к.а. Леон, ты там как? Кто сегодня твой противник? Да никто. Брайскин, как он там себя называет? Король призраков, типа. Я сегодня его убью и отправлю к своим подчиненным. Бум. Почему решил снова побатлить? Потому что он меня бесит, он называет себя керри и тем самым позорит всех керри. Люди смотрят на него и говорят, что это за керри такой, который фармить крипов быстро не может, от сплитпуша отлетает, по фасту не смог закончить, все, проиграл. Сегодня я ему и народу расскажу то, что его максимум это быть саппортом, чтобы его брали только ради ауры. Ну окей, удачи тебе. Ему лучше удачи пожелай. Че, тут? Да, здорово, представься. Я это Брайскинг. Кто твой оппонент на сегодня? Трус и тёлочка, которая только и делает, что бьет крипов. Файт начинается, он бахс и убежал уже. Я не удивлюсь, если сегодня он из Рошпита убежит. Как относишься? На блинке. Как относишься к тому, что он Леона победил? Кого? Да ты хотел сказать дебила, который за спиной на сапе экспу ворует стоит. Ладно, ну это красавчик, конечно. У него там от напряжения кровь из носа не пошла. Ясно, короче, удачи тебе. Ага. Так, мне сказали нажать сюда. Ну? Йо, салют, задроты, с вами Monkey King, это Рошпит Battle номер 2. Пошумим! Если разборки в скайпе уже для малолеток, а решить, кто круче по игре мешает Тима Раков, то ёма, наш батл это то, что вам нужно. Сегодня у нас выясняет отношение Врейскин, который считает тёлочка антимага, и антимаг, который считает Врейскинга деревянным керри. По результатам жеребьевки побеждает убийца Леонов. Чувак, скажи, когда будешь готов, Йоман. Йоу. Ну давай, врубайся, я его быстренько раскатаю. Как ты умудрился даже не опоздать? Ведь у тебя с твоим успидом постоянно беда. Эй, пацанва, подождите меня. И мы стоим, не начинаем файт, ждем Брайскинга. Ты настолько медленный, что тебя обгонит бабка. Мы на всякий случай тут разбили палатку, запаслись хавкой уже на 3 недели. Но вот ты приперся и испортил веселье. Ну окей, давай побатлим, раз ты быстро бегаешь. Только не умри, как ты это обычно делаешь в файте. Братка, пока мы тебя кайдим, ты орешь в спину, почему вы убегаете? Единственный дизейбл контрит самантой. Чувак, да ты вообще сам контришь самантой. Я ее нажимаю, выжигаю тебе ману. БКБ не помогает, ведь оно-то не постоянно. И твой стиль, это просто борода. Один раз ошибаешься, уже проиграл. Ты в панике орешь, надо ломать хайграунд. Но один раз не зашел и не зайдешь никогда. Деревянный, нету маны, ты труп. Тебя контрит спидпуш, бесполезный как пуш. И ты считаешь нас трусами, но когда ульт в КД, ты АФК в лесу фармишь. Так что ты, смелый такой, просто жесть. Но кто ты, если отнять вторую жизнь? Раунд, тебе можешь помедленнее врубить биточек, а то ты же ретард вообще полный. Раз-раз. После этого батла я тебя убью. Чё ты киваешь? Мне сказали, мол, не лезь туда, дебил, тебя сожрет антимаг. Ведь он Леона победил, вот это да, чувак. Вот это поворот, ты с трудом одолел своего саппорта, идиота, антимаг. Запомни, ты мне не соперник, купишь манту и не поможет БКБ мне, друг. Пока ты будешь делать манту, я тебе расхреначу бараки, как шахреначу по биту. Ты у меня выжиг ману, ой, я еще умру, оу. На стан хватило вдруг, упс. Внезапно ты уже труп, тогда иди еще по фарме где-то 30 минут. Мам, мне еще 5 минут, пару стаков и все. Я еще не могу, я еще не готов, я пока не хочу. Я хочу пофармить, давайте договоримся, чужие бараки не бить. Запоминай, повтори, если я с тобой в игре, то ничего не говори. Что? Запоминай, повтори, если ты против меня, то отлетай за крит. Крип, крип, антимаг. 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 Крип, крип. Это тебе не Леона пинать, запомнила шара. Тут настоящий соперник, тут не получится на шару. 400% крит по тебе. 400% и ты посидел, бам. Это Врайскинг в здании, тут есть керри-крипы. Давайте до свидания, покиньте заведение и впредь не приходите. Это битва воинов, девочки, простите. Ай, как же ты меня бесишь.
тебя сердце не остановится, так карать, придурок. Я на самом деле не знаю, как ты умудрился тут попадать в бит, но во втором раунде ты точно не вывезешь. Давай, врубай. Во! Самый убогий фармила, Вайскинг, беспонтовый дебил, Вайскинг, самый нелепый МС, Вайскинг, лузер этого батла, здрасте! Пока ты будешь пытаться заходить на хайграунд, я перережу волну, и меня никто не поймает, ты потеряешь опять драгоценное время, еще пара провалов, и вы уже не успели. Я такой крутой, я иду прямо в бой, ну-ка делитесь со мной, ой, у меня КД ульта, лишь бы нажать блинкау, чё, какао, ракалы. Тима, извини, но мне надо бежать, я хочу пофармить, я не хочу воевать, давайте в том же месте через пару минут, но при условии, чтобы не выжигать ему, ну. Куда ты лезешь, олень? Какие батлы тебе? Лови-ка факты теперь, и этот бит тебе достает гору проблем. Тогда вкачай себе талант на 140 BPM. Ты не можешь догонять, будто бы одна нога. Ты забыл, как фармить крип, сложно для ВК. Ты такой же керри, как и керри Винга. Ну по игре ты АФК, у меня дикий перефарм, афака. Только не задохнись, придурок. Это воин, это крипас. Это боль, это изипотез. Это тот, когда происходит замес. Забивает на тиму, АФК фармит лес. Это тот, когда тебе ломают. Да обвиняйте мейтов, вы вонючие раки. Оставляю вайл 5D. Когда надо дефать, его нигде не найти. Бам! Это впадло. Так, давайте релоад, плиз. У меня вот есть кое-что, сейчас, секунду. Все, давай, врубай заново. Сейчас все будет, не ссыте. Это больно, это крипас. Это боль, это изипотез. Это тот, когда происходит замес. Забивает на тиму, АФК фармит лес. Это тот, когда тебе ломают бараки. Обвиняют тиммейтов и вонючие раки. Оставляю воевать четвером против пяти. Когда надо депать, его нигде не найти. Бам! Это факт, брат, это как так? Ну ты падла, ведь это правда. АФК фарм, мы ломаем твой трон. Пока ты фармишь свою мату, лох. Мне даже не надо пытаться, я изобью твоих тиммейтов. А потом у тебя паца, и пока ты там будешь жадно фармить крипасов, поселюсь на твоей базе, буду купаться в овации. Слышь, по ту сторону экрана голосуй за меня, не за этого барана. Я потом проверю, за кого голосовали. Я найду и размажу каждого его фана. На! Я вассал из зада не для того, чтобы проиграть какому-то антимагу. И пока вы пытаетесь тут найти виноватых, я пришел и разнес этот долбанный батл слам. Не, ну так-то все ништяк, но у тебя за камеру точно мана не хватит заплатить. Ладно, короче, вы знаете, что делать, решайте, кто кого переомнил. Эта долбанная ссылка будет внизу там где-то. Все, тащилы, это был Rosh Pit Battle, второй выпуск. КГшечка, ВПшечка. Yeah.